Blender. Так, дорогие друзья, мы довольно-таки с вами поработали хорошо с примитивами, как я сказал. Теперь пора настала учиться расположением правильно полигон, с полигонами работать. Тут очень важно. Поэтому я выбрал английский туториал. А, как всегда, для мужчины интересны машины. Мне нет, но создавать их все равно приятно. А, тем более я не иду таким путем самотыка, то есть если есть уже готовый какой-то объект, то почему бы его нам и не сделать, правильно? Так что давайте мы с вами сделаем сейчас следующее перво-наперво. Мы создадим, как всегда, начнем с кубика. Кубик растянем по иксу. Так, давайте мы сделаем следующее сначала. Предлагаю разделить на пополамочку, потому что все такие сложные объекты, они зеркалятся. Поэтому мы сейчас с вами выделим вот так. Опа! Нет, третье — это полигоны выбирать. Вот, выбрали полигон, нажали А. Так. Нет, просто сказали удалить и сказать, что все вот эти вот ребра и фейсы. Вот, все. Теперь у нас с вами есть коробочка, которую мы, конечно, замиролим со страшной силы. Вот она, по иксу, отлично. Такой простенький mirror. И теперь пойдем в трансформацию, в объект mode. Так. И создадим ему дименсионные размеры. То есть по размерам этого Мерседеса или, да, или этой машины 1,8, 4,5. А. Интересно реагирует. 4,5. Если запятая, он два раза увеличивает. И здесь Z1. Вот такая у нас машинка небольшая пока. Теперь следующее мы возьмем, пойдем в Tab, пойдем в Loop. Вот оно. И потащим сюда, нажмем, потащим сюда. Где-то капот у них крупный вообще-то, да? А багажник чуть меньше. Так, хорошо. И так, какая у нее V, да? Надо запомнить. V W. Так, почему? Ну понятно, это же стоит. Вот так вытянули, вернее, выбрали. И теперь Е, экструд, потянули. Вот где-то так. Так, выделили этот, нажали. А нет, по Y, конечно. Вот тут мы можем как раз вытянуть и наклонить. Я вот смотрю, немного ли она багажник пустил. Ну, это будет все видно потом. Естественно, мы можем тут что-то увеличивать, уменьшать. Допустим, если мы начнем выбирать вот эти грани, то можем сдвигать их. По Y. Сдвигаем их по Y. Эту грань мы наоборот притушим немножечко. Так, прижмем. Так. Ну, в общем, надо стараться сделать такой типа Мерседес, да? Так, лимузин.
Ну, естественно, тут, наверное, надо тоже малость так это наклонить, чтобы стекло было похищеннее. Ну-ка. Ну да, где-то так. Вот. Естественно, тут немножечко должны будем двигать по иксу. Таким образом, вот что-то такое соорудить. Интересная вещь в этих в полигонах – это колеса. Как вы понимаете, колеса здесь тоже, как бы они мало это полигональные, поэтому часто очень используются. Я сейчас так возьму этот самый. Где наш вот цилиндр? И сразу же скажу, что у него, значит, должно быть 6. 8, вернее, 8 граней достаточно будет для того, чтобы показать колесо. Все. Ну, теперь выделим. Выдвинем маленько по иксу. И ротейшн сделаем по иксу. Да-да-да, по иксу, по иксу. Нет, по игреку, правильно. Игрек 90. Все. Так, ну, выдвигаем еще. Все, выдвинули. Отлично. Ну и мы поступим точно так же. Единственное, что, я думаю, немножечко ее развернуть, сделать такой ротейшн на еще сколько-то градусов. Сейчас глянем. Угу. Ну-ка, ноль. Сейчас я по нулю поставлю всех. Вот так. Ротейшн мы сейчас, скажем так, это у нас будет по Y 90. Так. Теперь нам надо развернуть, чтобы он встал на грань на эту. То есть ротейшн делаем и потихонечку двигаем. Так. Показывает 112 градусов, да? Ну, значит, так тому и быть. Я не знаю, сколько тут градусов, восьмиугольники надо доставить. Так, смотрим. Дальше. Оно же у нас будет и крылом, ребят, понимаете? Это крыло будет. То есть ниша, вернее. Поэтому уменьшаем ее. Вот, скажем, до такого безобразия. Двигаем. По игреку вот сюда где-то, да, так, и двигаем еще по зету и смотрим, достаточно ли нам этого или мы еще сейчас ее заскилим. Ну, я думаю, что этого вполне. Надо посмотреть, где оно в принципе. Даже чуть больше все-таки. Главное, чтобы вот эти углы, вот таких не оставалось. Значит, нам надо его сдвинуть вниз еще. Вот так. Вот так на всякий случай. Сдвинем. Вот. Сдвинули. И теперь посмотрим сверху, что у нас тут творится. Так, нам надо создать нишу, это понятно. Но давайте мы сразу же сделаем дубликат этого. Так, отодвинем. По X, да? По X отодвинем. Вот так. И чуть-чуть ее уменьшим. Это будет колесо.
Поэтому, чтобы от ниши она все-таки отставала немножечко, давайте мы его вот так сделаем. Ну, это видно будет хорошо на девяточке. Так. Вот, видите? Так вот будет у нас хорошо. Но, естественно, осталось еще по иксу поскилить. Вот такое колесо, я думаю, вполне. Теперь мы будем знать, даже пошире, наверное, сколько нам надо делать нишу. Ну, примерно, во всяком случае. Давайте ее. Нет, удалить мы не будем ничего. Так, это на какую кнопку я нажал? Ух ты, на X нажал. Я не знал. Ха! Она удалилась, да? Нет, нам надо продвинуть по X. Вот так где-то. Вот так продвинем. И теперь мы знаем, как с булевыми обходиться. Ну, я не люблю пользоваться этим. У меня shortcut addons. Я вот выделил, нажал дифференс, и все, у меня никаких проблем. Так. Интересно, почему он не оставил? Это интересно, ребята. Нет, я хотел, чтобы он оставил там стенку, а он это не сделал. Так, сейчас посмотрим. Вместо difference сказать is intercept. Нет, не пойдет. Я вот в этом еще немножко не понимаю. Это он слайсик оставил. Угу. Соединить вместе. Вот это он вместе соединил. Это понятно. United соединение, да? Difference. Ну ладно, это нас, в общем-то, не должно особо волновать. В крайнем случае мы всегда можем сделать следующее. Ну-ка, если уж так хочется, да, иметь. Пойдемте в эдитор. Не всегда что-то у меня срабатывает. Странно. Так, ну ладно. Мы находимся в объект мудрости. Нам надо в эдитор пойти. Так, и выбрать вот эту. Нажать Е и поднять их вот сюда, да и все. Но это не совсем устраивает, скажем так. Интересное кино. Потому что это будет видно же. Надо с этим разобраться. Сейчас подождите. В общем, ребята, проблема была в геометрии, когда я заходил в Edit Mode и нажимал здесь, допустим, мне нужно было нажать вот этот, чтобы двигать его, это ребро, и вместо, допустим, G, если я хочу двигать, да? Вот появляется там такая ерунда. То есть я два раза кликал, и поэтому у меня эта штука получилась. Нельзя два раза кликать, иначе вот он создает еще одно ребро, и вот это ребро откликается на то, что следующее, что неправильно работает булевые операции. Ну, в общем, мы с вами сейчас сделали это дело. Теперь все нормально, как видите. Я сейчас поставлю задние колеса точно так же, и мы с вами на этом закончим и перейдем уже к следующему этапу. Я люблю маленькими шажками эти ребята. Я не люблю, когда вот так тын-тын-тын-тын-тын по Европам. Это мне трудно потом и новичкам тоже. Поэтому стопорю. Вернемся в следующем видео.